Знакомьтесь, Анна Николаевна Федорова. Работала в одном из ведущих частных лицеев Москвы. Считайте, что вам повезло. Используйте этот шанс по максимуму. Сегодня вся страна обсуждает изнасилование учительницы местной школы. Она сказала, что там их трое было. Там внутри? Или там вообще? Виктор, Антон и Максим. Это знакомые твои. Друзья. Они меня держали, я пыталась вырваться. Стали тащить в каюту. Головой ударили. А ты голову могла включить? Ты могла на эту яхту не ехать? Поедут за дорогой тачкой в короткой юбке. Но потом спасите, помогите. Да она сама нас провоцировала. Сама инициировала поездку. Соблазняла. И сама прыгнула за борт. А с какой целью? Заработок денег. Извращенка. Я не трогал ее. Да похрен мне, веришь, нет. Короче, тянешь дело, ну, сколько можешь, а потом сливаешь, как обоюдно. Правда, нахер никому не сдалась. У самой жизнь не сложилась, решила нам испортить. Город-то у нас маленький, мужики от тебя шарахаться начнут. Ну, на кой тебе такая слава? Ты в курсе, что тебя могут обвинить за ложный донос? Я ради тебя рискую карьерой. Вы считаете, что я преступница? В прошлые выходные меня изнасиловали. Я подала заявление. Я это сделала не только ради себя, но и для других. Откуда нам знать, что вы говорите правду?